поселке Голубая Нива праздник стал для его жителей действительно необычным событием и запомнится надолго. Золотой фонд поселка, его люди, среди которых немало добросовестных тружеников, общественников, ветеранов труда. Главные виновники торжества – это люди. Это вы, жители, те, кто своим трудом делает наш район, наши населенные пункты чище, краше, благоустойнее. Много добрых слов прозвучало в адрес жителей поселка. Были вручены почетные грамоты и дипломы. За победу в смотри-конкурсе первичных организаций дипломом награжден председатель Совета ветеранов поселка. Нужно жить, вот как мы вот сейчас, вот плечо к плечу, чтобы были всегда, мы гордились тем, что мы находимся так в заботе, что о нас заботятся, а нам стараются помочь, нам стараются все. Большое, огромное спасибо артистам. Долгими горячими аплодисментами благодарили собравшиеся краснодарских артистов за замечательный концерт. И в станице Черноярковской в праздничном зале была самая теплая и дружеская атмосфера. Конечно же, здесь знают своих лучших людей, кто отлично трудился на общее благо и кто заслужил искренние слова и знаки признательности. Всем было приятно, что труд земляков оценен по достоинству. Ценный подарок был вручен спортсменке из станицы, которая победила на российских паралимпийских легкоатлетических соревнованиях. Черноярковцы были очень довольны и вниманием к ним, и праздником. Андрей Вишневский, Иван Бригадиренко, Максим Пащук для программы «События».